Так, ну что ж, ребят, ладно, погнали дальше. Впереди нас ждет куча веселья. Да, вперед, погнали. Итак, пока что у нас только один путь. И вперед. Итак, неактивно, неактивно. Так, он переключатель. Где он там? Вон он. Блин, там еще зеленые какие-то. Ай, блин, у него отражение. Фаер. Есть. Хорош. Так, у него была слабая сука. ГГ. Так, Валер, замочи их. Кечи. О, 41-й левел для Макото и 40-й для Футабы. Окей. Так, восстанавливает среднее количество ХП всей пати. У меня есть, восстанавливает среднее количество ХП одному. Так, дамаг физический, снятие дебафов. Так, окей, баф. Очень немного увеличивает защиту. Вот это я, наверное. Окей. Эти зеленые. Тварь! Мне хранты. Ой, блин. Не убивайте меня, пожалуйста. О. Я типа живой. Типа. Так. Вы еще живы? Да, смысл? Я потрачу лишь год. Что? Ну, Вилден вообще-то ГГ это постоянно делает, потому что он меняет персону. Так, среднее количество. Это немного. Одному врагу. Это тоже одному. Заменить. О, Ян. Так, дебаф на атаку. Всем. О, круто. У меня тут дебаф на атаку одного. Окей. Тогда можно заменить.
Ну, Солар, маска часть лица, так что. Так, окей, средняя. Кстати, насчет масок есть очень хороший рассказ, написанный очень известным итальянским писателем, которого я не помню, как зовут. После того, как мы прошли через нее, она сразу же закрылась. Так, похоже, у нас новый тип эйрлоков, который работает по-другому. Надо быть предельно осторожным и дальше. Ага, окей, круто, офигенно, ребят. Окей, теперь у нас появились аэрлоки, которые закрываются после того, как ты проходишь один раз через них. Ну, круто. Ниблер, да, Макото та же. Ян тоже, кстати, в начале тоже был. Так, неактивная. Хорошо, тогда можно использовать. На всех. Да вы издеваетесь, что ли? Блин. А, давай. Накажи их. О! Ребят, шанс! Шанс! Да! Фух. Ну что ж, вперед. Надеюсь. А, нет, я не смогу ее взять, она слишком высокого уровня. Или смогу? Блин, нет, я могу ее попробовать рекрутить, хотя не факт, что она захочет ко мне. Ну, да ладно. Блин, нет. Не могу. Ну, окей, спасибо за лечилку. Она 45-го левела, я ж 41-го. Дала лечилку. А Надар, это ты тот самый или нет? Значит, это не ты. Блин, мне нужно зеленые активировать. Первый раз. Ну, добро пожаловать. Тогда. Просто у нас есть еще один товарищ с таким же ником. Окей.
Блин, мне нравится этот данж, он реально офигенный. Да тут все данжи офигенные, уникальные. Господи, реально глоток свежего воздуха просто для того однообразия, что было в четвертой части. Как же их там ненавижу. Итак. Иди сюда, так, нет, это у нас ребята с звуком, да. Хару, ты мне нужна? Хару, прощай. Ты мне больше не нужна. Да. Все пошло не по плану. Вот именно, Вилден, ты прав. То, что нас не убивает, делает сильнее. What? Блин, забыл. Замечательно. Не, ну, блин, тут нужен хил. Так, среднее количество хп. Норм. Кстати, в английском у навыка восстановления, если мне память не изменяет, использовали low, medium, high. Тут используют маленький, средний и высокий, но если в японском смотреть по иероглифам. Ну, Another, эта игра появилась раньше покемонов, намного, во-первых, и нет, они слишком разные. Хотя, они оба же RPG, да, пошаговые. Ну, если в этом ключе, то да. И призыв существ, только. Так, давайте и нажмем на переключатель. Что у нас тут изменится? Так, я активировал дверь, точнее, проход к выходу. Да, круто. Кто ГГ? ГГ это я, Валера. Главного героя тут зовут Валера. То есть, мое имя и фамилия. Про фамилия немного фейковая, потому что моя не влезла. Полечись. А, точно. Задница я в этот раз. Угу. Мне как-нибудь туда попасть. Иди сюда! Нам
Мимо? Хорош. Так, ну у нее слабости нету, мы это уже поняли. Так что... Продолжит бить. Воу! Блин, она жесткая довольно. Выкуси. О! Дефенс, ну, окей, спасибо, наверное. Блин, чем бы ее побить сильнее? Давай, адский ангел. Блок. Готово. Активировался путь. Замечательно. Слушайте, а все было довольно изичнее, чем я себе нафантазировал. Ну да, если бы не было карты, то это было бы, конечно, жестче. Ну, Сократ, кому что? Мне наоборот, Викузи это напоминает о персоне. И тем их. И тем, кто заразился ее чем от персоны, скорее всего, тоже. Ну что ж, ребят, еще один этаж. Похоже, мы наконец-то добрались. Было довольно легко. Да, было легко. Это благодаря тому, это все благодаря Джокеру. А ты, Скал, просто шел за ними и ничего не делал. Кстати, Футаба права, да? Было легко. Мне было легко, а ты ничего не делал. Пибой, он Сократ заразился от шестой части Якузы. А шестая часть Якузы вышла в декабре, а персона вышла в сентябре, так что персона была раньше. Для справки еще, кто не знает, персона 1 вышла в 97-м или 6-м. Точно не помню. Так. Это похоже на то, что мы видели, как делали на фабрике. И тут он для чего-то их использует. Что это такое вообще?
так просто смотреть, вообще ничего не понятно. Ой-ой. Слушайте, давайте оставим экскурсию по фабрике на потом. Мы тут за сокровища вообще-то пришли. О, Скал! Ты наконец-то нас сказал что-то правильное, умное, в тему. Ребята, а тут реально Скал что-то поумнел, ребята, посмотрите. Он реально стал другим человеком уже. Так, сейф рум. Отмычки, да, нам кабаками их сделала. Ну, Салар, те, кто без маски попадает, те быстро умирают. Да не, Рюджи реально поумнел, походу. Если все пойдет в таком духе, то он, может быть, следующие тесты наконец-то сдаст. Да, вперед, вперед. Мустер, это сейчас сделал. Вот оно! О, вот он прямо тут! Но насчет случая с людьми, что становились инвалидами, овощами, мы так и не нашли никаких связей у него со всем этим. Блин, тут нужно было поставить первый кусок фразы в конце, а конец поставить в начало. Блин. Кстати, точно. Он скрывает это очень глубоко. Слушайте, раз мы тут, недалеко от него, скорее всего, то почему бы нам самим не заставить его во всем признаться? Так, мы собираемся его изменить, а не... как это сказать? Давить на него, прессировать его, или как там, правильно? Короче, давить на него. Да, я согласна. Тогда делаем все как всегда, отправляем письмо, а потом сокровища крадем. Так что в этот раз оставляем все на тебя. Оставляем все на тебя. Ну, точнее, на кого? Скорее всего, на меня. Ну все, ребят. Дальше мы должны выбраться из данжа и, собственно, пойти за сокровищем. Так, я сейчас пытаюсь найти места, где были сокровища, которые я пропустил, раз у меня три отмычка. Но
Походу мне их не показывает. На... А, о, показывает, показывает. Вот она. Одно тут. Блин, долгий путь придется сделать. А что у нас тут? Давайте попробуем сюда, потом посмотрим. Black Health, мы уже можем пойти на него, но я как бы не спешу. Блин, нет, надо не туда. Вообще другое место. Ладно, пофиг. Да, валим. Ну что ж. Возвращаемся, отправляем письмо и вперед. Yes! Хорош, хорош. Так, ребят, надеюсь, я вам в задний фон не слышал, но у меня просто тут песик решил поспать рядом. Так. Мы через многое прошли, чтобы зайти так далеко. Что случилось? Так, Рюджи и Мона у нас безумные. Окей. Ну, прибой, он сам зашел просто дома. Сейчас никого нет. Практически. Так. Ты опять поднимаешь. А! Сора Рюджи и Моны. Их перепалка, так сказать. Так, окей. Ты опять поднимаешь эту тему. Ну, зато благодаря этому мы встретились с Хару, так что все окей. Ну, спасибо. Это все благодаря вам, да? Да еще рано благодарить. У нас еще куча работы впереди. Дальше надо записку отправить. Что я должна делать? Валер, скажи... Валера скажет, когда будет подходящее время, чтобы это сделать, и мы так... А, и когда соберемся это делать, мы соберемся, собственно, встретимся и возьмемся за дело. Хорошо, я поняла. Ладно, постараемся, Монтико. Окей. Постараемся. Слышь, ты где там Каваками-сенсей? Мне бы массаж не помешал. А? Массаж? Правда? Да. Иди ко мне, моя милая. Давай. Сделай мне хорошо. О, господи, блин. Не, я, конечно, многое ожидал от персоны. Пятый. Но я не ожидал, что я тут смогу сделать свою учительницу, своей рабыней, по сути. Смогу ее того, и потом заставлять ее делать мою работу. Заставлять ее делать массаж,
заставлять ее делать отмычки, заставлять ее заниматься уборкой, заставлять ее готовить кофе, карри. Все. Это же просто ж, ну, блин, я не знаю, у меня просто слов нет. Салар, ты хоть смотришь, что тут происходит? Мало того, что она учительница, она наша классная руководительница. Так, окей, стало лучше. Прилив сил. Пух, как не было, был. Тебе же не показывают уже вот эту сценку, само собой, но понятное дело, что там было. После черного экрана. Так что было, все было. Все как было. Так, и теперь я вечером могу пойти потусить куда-нибудь. Круто. Но тут мы остановимся и сделаем небольшой перерывчик. Потом продолжим. Да-да, проснулся. Where have you been? Been searching all alone.